венчает осень сельскую страду. Убран хлеб в совхозе «Славная» Раздольнинского района в Северном Крыму. Ушли на элеваторы последние автомобили с зерном. А тут наступает время вспашки зяби, подготовка следующего урожая. Увлажняется почва перед посевом озимых. Подкормить землю, внести удобрения, справиться с вредителями полей. Техника помогает делать это в промышленных масштабах. Всегда в будущее обращены сельские работы.